Йоу, ребята, всем привет, с вами Ганс и Мафия 3. В прошлой серии мы с вами застали, скажем так, смерть всех его близких, точнее это было предательство. Так. И, соответственно, наша задача завербовать новых участников команды, чтобы отомстить. Ну а пока мы тут будем ехать до нашей цели, поставь сочный лайк, это за тебя еще сексуальней. Поехали. Так, ну да. Машина стала чувствовать немножко получше. Что позволяет маневрировать лучше. Опа. Я уже и забыл про это замедление. Так. Дождаться гаитян. И сколько мне их ждать? А, это немножко впереди. Окей. Посидим на лавочке, посмотрим на речку. Голубей покормить, например. Представьте, да, такой брутальный здоровяк кормит голубей. Just him and no one else. What if it's really that easy to strike down a great man like Dr. King, President Kennedy, Brother Malcolm? Then nothing in this country will ever change. Now you struggle and you sweat and someone can take it all away just like that. Стрелять будет? Так, окей. А, спасибо. Нам полиция уступает к дороге. Так, опа, потихонечку. Информаторы. У каждого криминального бизнеса в Нью-Борде есть свои информаторы. Разыскивайте и допрашивайте, чтобы получить важные сведения. Так, чтобы допросить гаитянского информатора, изолируйте его в бою или путем преследования. А затем подойдите вплотную, чтобы начать допрос. Окей. Надо дождаться, пока он останется один, наверное. Давайте, давайте, уходите. Там. Ага. Понял. Один готов. Так, этого мы сейчас пока трогать не будем. Надеюсь, он нас не заметит, когда мы по лестнице поднимемся. А вот этого здоровяка мы сейчас вынесем. Все по стелсу, как всегда. Так, ну давай возьмем ружье. Опаньки. И денежки себе возьмем. Почему бы нет? Так. Ага. Значит, пока что этими деталями мы пользоваться не умеем. Это на улицу? Да, это на улицу. Я забыл, как убирать оружие. Все. Сейчас мы этого вынесем. Ну, привет, маленький. Говори. Give me your boss and I'll make it happen. Fuck. Shit. Get to the voodoo shop. You'll find the boss there. Sorry about the headache, brother. Я не понял. Нет, он его не убил. Так, где-то здесь еще деньги? Да, вижу. Спасибо. Итого мы 1000 баксов заработали. Неплохо. Так, вот стоит наша тачка. Как-то она немного припарковалась. Не по правилам. Ну да ладно. Так, ну, уйди, мужик. Так.
Давай, давай, дай я уеду. Мужик. Газету хорош читать. Ты видел это? Мы просто его двигали. Мы даже его не сбили ни капельки. Так, ну-ка, на обгон. Да, на обгон. Я его просто захотел пододвинуть, чтоб не мешался. Почему бы нет? Встречная, моя дорога. Все, буду ехать по встречке постоянно. Что это такое? Я не думал, что он сейчас завернет, а хотел с той стороны его объехать. Ладно. Учиться и учиться еще водить, да? Нет, просто на самом деле, были бы здесь тачки чуть-чуть побыстрее, было бы гораздо проще. Стартануть и вырваться, например. Ну, на самом деле. Так. Ну давай искать способ. А я вот, кажется, окно вижу. Нет? Или чем дверь плоха? Ой-ой-ой, ну-ка еще раз. Вообще-то я попал. О, красота. А дверь закрыть можно? Нет, за собой дверь закрыть нельзя. Мы пока здесь, кажется, одни. Я никого не вижу больше. Это еще один... Дверь была открыта, можно было не взламывать, короче. Окей, будем знать. Неплохая такая. Извини, мужик, я тебе здесь маленький погромщик устроил. Неплохая такая хибарка, говорю. Сейчас наверняка кто-нибудь приедет уже. Или это подстава? А, не. Ну давай посидим, подождем. Окей. Но с дорогой мне сейчас повезло по встречке. Однозначно. Добрый вечер. Кофе? 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 Certainly does. What can I do for you, Lincoln Clay? I want you to help me kill Sal Marcano. I see. A few months ago, you was trying to kill me. Now you break in here and expect me to trust you? Now that Marcano's backing the Dixie Mafia, it's only a matter of time till they come for you. And when they do, they'll kill everyone standing in their way. Lest I hitch my horse to your wagon, so to speak. I'll see to it that you get the hollow. After that, depends on how things shake out. Do you know why Sammy and I were at war? On account of you going after the lottery? Please. Just because you don't want to face some uncomfortable truths ain't a reason to act naive. Okay, Sammy and I were fighting because the people in the hollow deserve better than a two-faced old man who handed out cans of food whenever the mood hit him. Who always did what Sal Marcano told him to do, even if it pitted him against his own people. He did the best he could. And yet his best didn't amount to much, did it? Once I have the hollow, I run it as I see fit. No questions asked. Long as you give me access to your muscle, your connections, and a place to hold up from time to time. Прости, что так мало просто. Деньги закончились, и удачного стрима, и передай привет мне. Знает, чего хочет. Marcano replaced Sammy with a man named Richie Doucette. Do you know of him? Sumi's Dixie Mafia. He's a wooster. Likes to kidnap black teenagers and take them out to the bayou. After starving them for a few days, he cuts them loose, tells them to run. Гнида. Sometimes he brings out the dogs. You know, for old time's sake. Очень смешно. Значит, расправиться?
Как я понимаю, тогда она поможет? That's how he killed my sister. This is all I have left. Ну, сюжетка начинает заманивать. It's still dangerous around here for him, so he stays on the move. But his men operate out of the community church in the old theater, Pearl as it used to be called. It was named after Sam's wife. I'm taking it down first. One of my men have been staking it out. Seeing what he can learn about how it's being run, you should talk to him and see what he knows. Once I deal with it, I'll see about the church. Нравится мне поведение главного персонажа. Прям харизма. Есть. Как в старые добрые времена. Так. Фиолетовые задания, как я понял, это дополнительные. Союзники. Заручившись поддержкой, Кассандра будет получить доступ к ее союзнику, который торгует оружием. По мере увеличения дохода подручных, они будут давать вам доступ к своим союзникам и улучшениям их услуг. Так, так, так. Обычный оружейный магазин. Это передвижной магазин оружия и снаряжения. Вы можете просматривать обновления и предметы из ассортимента оружейного магазина в меню активов, раздел «Союзники и улучшения». Ага. Сенсорные мины. У торговца оружия теперь имеется сенсорная мина. Такая мина взрывается, когда поблизости от нее оказывается человек или автомобиль. Установить сенсорную мину, удерживайте R1, затем отпустите для броска. Удобно. Ассортимент оружия, магазин, так, 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 ага. Ну, пойдем посмотрим. Show me what you got. Jackie? What the hell? Why are you driving around in a truck? What happened to your store? Government shut me down. They don't want niggas buying guns. Where are we gonna start shooting the hell out of white folks or some such? Motherfuckers. Tell me about it. Давай уже показывай. Let me know if you see something you want. Открыть сюжет проституции, это еще что-то дополнительное задание? Поговорить с голосом. Так, окей. Дальше, предметы. Так, 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 так. Ага. Фигурка Зени. Сенсорная мина. Но денег у нас пока не так-то уж и много. Мы можем себе позволить пока только одну мину. Посмотрим, что здесь еще есть. Модификация машин. Здесь, как я понял, все закрыто. Это типа прокачка. Припасы. Опа, улучшение Линкольна. Выносливость, адреналин. Здоровье. Ага. Как я понял, да, здесь каким-то бизнесом надо заниматься все-таки, да. Недвижимость, скорее всего, захват точек. И все это будет постепенно открываться. Опаньки. Знакомое имя. Чтобы получить это улучшение, доведите доход Вита. Скалета, наверное. Доход 180 тысяч баксов. Опа, опа, опа. Значит, это уже маленькая отсылочка. Точнее, спойлер. То, что мы будем с ним сотрудничать или на него работать. Так. Ага. Доза адреналина. Бронежилет. Ну, как я понял, это разовые. Они не пассивные. Ну, тут все понятно. Окей. Поехали, поговорим. Машина у нас здесь. Будем потихоньку втягиваться. Потому что, как я понимаю, вот эти цвета — это дополнительные задания. Mm-hmm.
музычку долго послушать не получилось. И как к нему пройти? Салют, ниггер. Фига, у тебя есть штаб-квартира. Laveau. Been a while. Wasn't expecting to see you working with the Haitians. It's either this or bow down to them fucking coon asses. And you know I ain't ever been one to bow down to anyone. Ain't that the goddamn truth? Cassandra phoned ahead. Say you going out to Perlis. Asshole named Merle Jackson runs it. Turned it into a brothel. That's why fellas come in and do whatever they want to our young sisters. How do I get to him? You don't. Not yet, anyway. A lot of those Dixie fucks try to stay out of sight. There's someone put a bullet up their ass. If I hit his operations, he'll have to come out and deal with me. I got an idea how to get his attention. He got some girls locked up on the second floor of Perlis. Calls him his thoroughbreds. Has them strung out on all kind of shit. He makes a lot of money off them. Go in there quiet. Get them out of there. I'll let you know when it's done. Hey, I'm sorry to hear about Sammy Nellis. They always did right by me. Ну да, их жалко. Освободите обдолбанных девчонок. Нормальное название. Так, разрешение бизнеса. Каждый бизнес уязвим. Перекроет ему денежный поток. И гангстер, руководящий бизнесом, будет вынужден вернуться, чтобы пытаться вновь наладить дела. И тут-то мы его как раз и прихлопнем. Да, все-таки нужно будет отжимать. Опаньки, девочка. Старичок. Так. Выманите Мерла, громя его сутенерский бизнес в Хэллоу. Начните с освобождения девочек, которых держат заперти в клубе Даусета. Ну погнали. 15 тысяч урона нужно сделать. Нормально так. Это на той стороне, где есть мост. Вон он мост. Ну поехали. Эту тачку мы брать не будем, у нас есть своя. Мост я видел с этой стороны. Да, вон он. Я знаю то, что мне показывает навигатор в другую сторону, но что поделать. Вот видите, он уже перестроился. Надеюсь, музыка будет, конечно, слышна вам. Опа. Бандюганы. Ну да. Помяка справа. Никогда так вживую не делайся. Так. Ага. Фига здесь как получается. То есть рядом с этой точкой есть еще и магазин оружия. То есть если у тебя нету припасов, можно закупиться. Удобно. Привет, шоколадка. Мистер Laveau told me you'd be coming. The girls are upstairs. Be careful. Merle's people are all over the place. I will. Thanks. Это один из них? Или это просто пьяный мужик? Оба, фига себе. Пожилая негритоска с голой грудью. Так, окей. Надо искать проход на второй этаж. Мадемуазель, проснитесь, пожалуйста. Вам еще работать. Так. Ну да, это уже бордель. О! Деньги. Погоди, это получается мы кассу, что ли, обворовали? Нормально. Мне это нравится. We welcome. You ain't. Давай, 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 давай.
Так, противников и надолго оглушить всех. Поблизости использует жестокую трату, да-да-да-да, жестокое устранение, ага. Понял. Опа, блин, как раз промазал. Готов. Иди сюда. Упс. Да. Просто так это не получится сделать. Окей. Ну так, попыточка номер два. Офигеть, у нас отняли 800 баксов. Вы чего? Понятно, проигрывать здесь невыгодно. Совсем невыгодно. Так. Ну окей. Погнали по... Да открой эту дверь-то. Погнали поаккуратней. Let me give you some of this money. So I'm driving along, listening to old Johnny, and this motherfucker comes on and takes over the whole goddamn station. Now I gotta listen to nigga music. Как его привлечь? You could always turn it off. But it's my goddamn radio, not some mystery nigga radio. I don't know what to tell you then, man. Guess your ass finally gonna have to learn to read then. Whoa. Look like a poor black sheep lost his fucking way. What the hell? Я просто их еще всех в рукопашку сношу. А их-то надо, по сути, не в рукопашку, а обстреливать. Попадать бы еще. Обстреливай их. А, готов. Оп, падла, убежал. Этот сверху. А кто ж меня оттуда попалит? Ага, все, вижу. Привет, маленький. Давай, иди сюда. Хо-хо-хо. Нормально. Выстрел все равно пролетает по мне. Так. Угу. Доза адреналина. Держите. Нет, адреналин. Да хорош тебе, адреналин нам не нужен. А куда мне все оружие делось? Блин, погнали, короче. Yeah, bye, boy. Well, don't let him shoot. Ты офигел, мужик. Почти меня убил. Готов, маленький. Бабосики мы твои забираем. Надо поднять его пушечку. Хотел по-тихому, по-тихому не вышло. Будем работать агрессивно. Ага. Вон бежит снизу, кажется, да, я вижу. Уже на моем уровне. Привет. Вот говнюка. Готов. Идем дальше. Так, здесь кто-то за этой дверью, что ли, что-то говорил? Странно. Было не слышно. Так, здесь, скорее всего, быстрый спуск. Так, здесь пусто. Давай, давай, открывай. Ага. Давай, давай, давай. Опа. Надо заблаговременно нажимать. Во.
Одну спасли. Давай. Так. Прочитать. Я не позволю этому месту сломать меня. Нужно прожить день. Потом еще один, потом еще. Но рано или поздно я вернусь к своей семье. Молодец. Давай. Пошли. Так. Вот тут. Опа. Странно, она как-то работает, блин. Во. Ты нажимаешь, она реально почти ровно на секунду запоздает. О, бабуля. Фэнки. Вот сейчас, кстати, сработало нормально. Вот, сейчас нормально реально сработало. Без запоздания. Странно немножко. Опа. Готов. Прям в голову. Так, давайте прочитаем. Читай. Передай Чарли. Неделька выдалась, что надо. Рони толкнул дерьма штук на 5, не меньше. А Джин так вообще на 7. Этого должно хватить, чтобы Ричи с нас слез. Но это все про наркоту, а не. Вон здесь аптечка где-то вижу. Так, аптечка. А где аптечка? Этажом ниже, что ли? А, вот она. Ко всем механикам игры я... В смысле? Я еще не привык. Поэтому... Да. Мы забрали тем самым адреналин. Блин, промазал. Готов? Так. Надо его по максимуму обворовать. Ну, он остался 5500 всего. Осталось только эти 5000 еще найти. О, здесь еще и патроны взять можно. Вот это весело. Нет, по мне лучше автомат. Так, и где эти деньги? А, вот они. О, как раз их, наверное, побольше здесь. Нет, 1500 всего. И это все? Где остальная сумма? Еще 3000 осталось. Так, окей, здесь не пройти. Здесь тоже. Это, походу, та дверь самая есть. Да. Пока. Чудик, а? Как так можно было, а? Кстати, странно то, что его на камере. Ой, на камере, на карте. Не отмечали. Как противника. Так, бабосики, возможно, могут быть еще с этой стороны. Да, вон я вижу. Походу дела здесь как раз мы и не забрали. Вот тут. На унитазе. Самое место для денег. Так. А зеленые маячки, что они значат, интересно? Которые на карте. Я, если честно, не помню. Так, здесь проходу нет. Так, здесь еще бабосики. Здесь у нас что, бронежилет, что ли? Да, гляди-ка, броник. Это полезно. Так, здесь еще одна записка. Давайте тоже почитаем. Только... А, нам. Девочкам нужно держаться друг к дружке, если мы хотим отсюда выбраться. Не теряйте веры, скоро мы будем дома. Угу. Ну, почти верно.
Так, да, пойдем на ту сторону. Осталось совсем чутка. Стоп, а где-то видел значок денег? Или они подобрались автоматически? Видимо, да. Еще чуть-чуть. Ну, вроде мы зачистили полностью. Так что я больше никого здесь не вижу. Оба. Пистолет. Так, здесь еще проход. А, ну это как раз то, что мы девок освободили. Угу. Так, а где же остальная сумма? Я, если честно, вообще не вижу. Залезь, пожалуйста. Странно. Может быть, просто нужно на другую точку ехать? Скорее всего. Ну да, вот какая-то точка есть. Ты приборзел. Да, блин, ты издеваешься, что ли? Где она? Мужик. Нельзя дать ему позвонить, как я понял. Получай по мордасу, мужик. Так. А где наша тачка? Привет. Тебе удобно, дорогая? Я сейчас тачку собью. Ты жесть. Да, интересно. Окей, поехали в следующую точку. Да какого фига? Что здесь прям одни свидетели такие прям активные? Да я уже отсюда уехал. Так, ну нам здесь должно быть недалеко ехать. Ну да. Почти идеально припарковались. Одним колесом заехав за бордюр. Так. А, это уже другая, что ли, квартира? Да нет. Странно. I got a little something for you. You've been running around so much out there, I figured I'd make your life a little easier. You can use this to call on your support. And here I was thinking you were a heartless asshole. Jerry's still out on that one. Patrol. Ну вот. Так, ну давай поговорим. That Cassandra really buffaloed you, didn't she? Fucking lunatics. Every last one of them. I know this is personal for you, but you want to kill Sal and that dipshit son of his. You're gonna need to keep your head. Так, понятно. И мы сюда ехали для того, чтобы чисто вот он нам про рацию сказал. Звонок союзникам. Теперь вы можете вызвать союзников по рации, который дал вам Донован. Больше не надо ждать, пока торговец оружием приедет сам. Его можно вызвать, чтобы он продал вам оружие и снаряжение тогда, когда вам это нужно. Отлично. Позвонить союзникам, удерживать L1. Затем выберите нужного союзника, используя R. Ну, это понятно, это навигация. Угу. Используйте рацию, чтобы позвонить торговцу оружием, позвонить союзникам, удерживайте так. Затем нужно... Ну... Торговец оружием. А как? Ага, это значит нам просто пока именно торговец оружием открыть. Понятно. Cassandra said you might be calling. I'm happy to help, but I ain't running no charity either.
Он уже приехал. Ну давай посмотрим, ладно. Так, пополнить запасы. Отлично. Уже этого хватит. Так, да, у нас есть своя... Ну как своя машина? Мне она не нравится. Давайте-ка возьмем вот эту тачку. Свидетелей вроде бы нет. Надо доехать до этой точки, пообщаться. И довыполнить разрушение бизнеса. Ну, тем более это вон рядом. Далеко ехать не надо. Тормоза, конечно, машина, да. Быстрая. Привет, привет. Those women. God damn, if that place in the hellhole. Pains you to see what those redneck fucks are doing, doesn't it? Soon as I get my hands on Jackson, that all comes to an end. Merle's got pimps scattered around the hollow. Is leaning on them to make up for what he's lost. Kill them, and he'll show up at the club. All right. When you dealt with them, come back. I'll be able to confirm that Merle's over at the club. Окей. Так, панель задач. Теперь у вас имеется несколько задач. Выбирайте задачу на карте или на панели задач. Просмотр карты, нажимайте кнопку Options, затем откройте панель задач с помощью квадрат. Ну, давай посмотрим. Ой, это не то. Так, вот он, да? Правильно? Убить сутенера Мэрло. Да. Так. Кочет. Дизал. Как? Дизолнерс. Окей. Давайте это и выполним. Поехали. Я думаю, это будет не тяжело. Скорее всего, это всего лишь один человек, его можно будет скрытно устранить. Давай, давай, езжай. Ну да, он в 100 метрах. Это все очень рядом. Резкий разворот. Ага. Ну я его вижу. Опаньки. Это типа вон та баба, которая стоит, это его охрана? Че, серьезно? Ты серьезно? Или это в доме? Вот и думай. Да нет, скорее всего, это в доме. Да, это в доме. Окей, давай осматривать. Угу. Дверь открой, пожалуйста. Это он? Нет, это был не он. А вот это он. Готов. Урон нанесен. Ха-ха-ха, быстро мы. Так, погоди, фига, это снайперская винтовка, что ли? Может быть, пригодится. Доходов больше нет. Как только вы нанесли достаточно урона, чтобы доход бизнеса выпал до нуля, вы можете вернуться к своему контакту за информацией о том, как разделаться с боссом бизнеса. Или же продолжать разбираться с дополнительными целями. Но, в принципе, чё время тратить? Поехали сразу на задание. Вы разгромили сутенерский бизнес Мерла и выманили из укрытия его самого. Встретитесь с голосом, чтобы узнать... Вот я не пойму, это так озвучно, как скажем, перевели голосом? Может, это галосом? Ну, имя.
Фиг его знает, конечно. Чтобы узнать, как одолеть Мерла и завладеть его бизнесом. А вот, ну, я бы завладел бизнесом, если он был бы не сутенерским. Поэтому, опа, фига, кто сколько теперь. Вот бабосики я возьму. Это полезно. Опанки. Сколько тут всего полезного? Trust me. Верь мне. Ну, надо свалить так, чтобы нас никто не заметил. И у нас это получилось. Так, а теперь погнали. Да, нас не заметили. Какие мы хитрожопые. Дозорный. Дозорный — это враги, которые вызывают подкрепление. Чтобы дозорный не вызвал подкрепление, нейтрализуйте его до того, как он доберется до ближайшего телефона. Но телефон-то, я думаю, нам не страшен сейчас. Потому что нас вроде как и не заметили. Но это, я как понимаю, все равно обучение. И это полезно знать. Так что... потихонечку выдвигаемся дальше. Hey. Hey, hey, hey. Так, если вы продолжите все оставшиеся задания, связанные с этим бизнесом, пропадут. Да в принципе, это что нам там терять-то? Принять? Там одно задание всего. Я тебе его сфотографирую. Just so we're on the same page. Once I'm in there, I'm killing any motherfucker who gets in my way. Ain't no one shedding tears for those pricks. You do what you think's best. I'll be seeing you, Lebo. Ну да, все-таки это дополнительные задания. А фиолетовым цветом они отмечаются, основные задания желтым. Ну, погнали. Надеюсь, это недалеко. А сейчас посмотрим. Ну да, это близко. С этой стороны, как я понял, да, тоже мост есть. Надо музыку пободрее включить. И как вы здесь разъехаться хотели, ребята? А. Вот мы рядом. Но он приехал, получается, в этот же бар. Звонок союзникам. Теперь вы можете вызвать союзников по рации, которую дал вам Донован. Это я помню. Больше надо ждать, пока это уже написали. Ага. Ну, это значит, он сейчас приедет, правильно? Что-то я не до конца понял. I'm running low. Can you send supplies to Delray Hollow? Sorry, man, can't do it right now. Обслуга недоступна. Почему? Так. Нет у нас выбор гранат, как я понял. У нас только коктейль Молотова есть. Вот здесь должен быть союзник, как я видел там на картинке, но у нас пока это недоступно. А в принципе боеприпасы у нас есть. Поэтому я думаю, это нафиг нам сейчас не нужно. Но это бред, мы только что эту зону зачищали, чё за нафиг? Добрый вечер. Какого фига в голову не попал? Это было странно. О, бежит сисястая. До свидания. Бабосики я заберу, они мне пригодятся.
О, а это еще танцует, как будто выстрелов не слышала. Опа-на. Ну, добрый вечер. На сегодня. Давай, порещим. Я вас понял. Лечимся. Офигеть, у него разброс патрон. Вон в голову попали. О, молодец. Ага, вовремя. Да, сколько? Я ему 3 раза в голову попал, ты чего? Ты серьезно? О. Вот опять же, я попал. Очень странно. Так, давай, жизнь, восстанавливайтесь. Опаньки какая. Еще одну нашли. Че он там вылез, нет? Оу. Нормально. Тебе в ответочку что ли кинуть? А, вон он вообще. Так, окей. Здесь дверь закрыта. Кто такой активный? Их вообще не видно. Так, пойдем попытаемся обойти в обход. Так, это револьвер. Из оружия у нас только... Ага. Только. Давай. Оп, взял, поменял. И обратно забежал. Забеги ты внутрь. Где это падло? А хотя его есть. Ты че искорежишься? Так, идем. Готов. Еще остался. Привет. Минус один. Опаньки. Да ты издеваешься. Это он со снопы, что ли, мне вдарил? Как я понял. Да офигеть, он меткий. Прячься. Да. А это, наверное, тот, кого нам нужно убить как раз. Давай, стреляй. Это, кажется, он и есть. Ну, вылезай. Да. Патроны, конечно, летят туда, куда надо. Давай, перезарядочка. И сейчас побежим на него в открытую. О, крыса. Я тебе сейчас нос сломаю. Нет, это просто был снайпер. Да, жизни, конечно, у нас многовато. Так. Потихому. Врагов пока больше не видно. Но здесь мы все искали, обыскивали. Да зайди ты в комнату. Ты ко мне что ли идешь? Чтоб патроны не тратить.
подхилимся. И откройте, пожалуйста, дверь. Так. Ага. Один шприц у нас есть. Сколько надо патрон потратить, чтобы попасть в него? Ну там пока никого не видно, поэтому можно пока патроны поднять. Так. Ага. Ууу, 6 патронов осталось, весело. Поэтому пока лучше возьмем дробаш. Боссы бизнесов. Чтобы отбить бизнес, нейтрализуйте его босса. Затем позвоните одному из своих подручных. Они вышлют людей и возьмут бизнес под контроль. Убейте Курка Мерла Джексон, чтобы подорвать сутенерский бизнес. А сейчас мы это сделаем. Спекся? А, типа бороться нужно, что ли, держать кнопку? Ну да, так и есть. Well, what you gonna do, nigger? This. Вот и отлично. Захвачено. Теперь эта точка наша. Официально. Так. Отдать Кассандре. Путь улучшения союзников. Ага, перла. В вашем снаряжении будут добавлены две фигурки Земли. Земли? Земли? Это что такое, интересно? Так, доход увеличился на 30 тысяч баксов. А, вот фигурка Земи. Удобная в применении приманка. Так, отдать Кассандре или путь улучшения союзника. Ага. Окей. Звоним. Еще одну картину вижу. Have your men come lock it down. Good. I'll send some men over to see to the place. Run those Dixie motherfuckers out of the church, and Richie will have to respond. Так. Нам... Но скорее всего она станет нашим союзником, само собой, потому что мы ей помогли. Банда фиолетовых. Чем-то Сан-Андрес напоминает. Зеленый, фиолетовый. In 1966, the FBI recruited me out of college. Chicago was my first assignment, but I was transferred down south in 68. I stayed there until 86, when I was promoted to assistant director of the criminal enterprise branch. I stayed with the bureau until my retirement in 1999. There are so many stories about Cassandra. As a girl, she was kidnapped, killed, and brought back to life by a voodoo priest. She watched swamp rats rape and murder her sister. She shot her own father and dumped his body in the swamps. It's impossible to know what's true. Нормально так? Захвачено. Ну а мы на этом будем заканчивать. Ссылочка на плейлист будет в описании. И также на паблик ВКонтакте. Заглядывай на мои стримы. Ссылочка на Twitch будет тоже в описании. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.